В местах накопления мусора в частном секторе Магадана вновь обнаружены навалы крупногабаритных и бытовых отходов. В основном контейнерные площадки захламлены на улице Железнодорожной и Транспортной. Местные жители нарушают правила складирования крупногабаритных отходов и выбрасывают туда мебель, технику и строительный мусор. Таким образом, магаданцы переполняют контейнеры и загрязняют улицы. Жители частного сектора взволнованы этой проблемой и предлагают отлавливать нарушителей. А можно было бы сделать камеры здесь поставить, и там еще вот на мясной базе при выезде, и как бы снимать это все. Потому что люди, когда подъезжают, понимаете, большими прям, ну, машины угрожают. Бороться это элементарно. Камеру установить и просто, во-первых, к людям потом обратиться с тем, чтобы, короче, добросовестно носить, чтобы большие мусоры, это, ну, как бы вот этот хлам большим объемом не возили. Просто пакеты, те, которые, допустим, живут люди здесь, мусор, и все. В общем, я сказал бы, установить камеры, контроль, больше ничего не надо. Крупногабаритные отходы – это отходы производства и потребления, утратившие свои потребительские свойства. Это мебель, бытовая техника и строительный мусор. Их размеры превышают больше 1,5 метра в высоту, ширину и длину. Специалисты отмечают, что есть определенные правила их складирования. КГУ необходимо складировать в специально отведенных местах, либо на площадках, на которой это место как бы предусмотрено, например, в виде отдельного отсека под КГО, либо 8-кубовый бункер. Вот. КГО запрещается оставлять на контейнерных площадках у баков рядом или за его пределами. Это способствует, как мы видим, образованию навалов в местах накопления отходов. Кроме того, запрещается засорять площадку коробками и строительным мусором. Он не относится к коммунальным отходам и в услугу вывоза мусора не входит. Складирование крупногабаритных отходов на контейнерных площадках несет за собой административный штраф. Для решения проблемы с переполненными баками на улице Железнодорожной региональный оператор Магаданский установит 5 металлических контейнеров. Но платежная дисциплина в частном секторе за услугу вывоза отходов остается низкой.